Певицу Полину Гагарину поймали на грязном вранье, после чего ей пришлось оправдаться. На днях Гагарина похвалилась, что трюки в новом клипе на песню «Вчера» выполнила сама и обошлась без помощи каскадеров. Однако певицу вывели на чистую воду сами каскадеры, после чего Гагарина и пришлось оправдаться. Певица заявила, что это был юмор, она не собиралась присваивать себе чужие заслуги и была уверена, что подписчики увеличат фото со съемок и убедятся, что трюки выполняла другая женщина. В инстаграме Гагарина публично поблагодарила каскадершу, чтобы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд. Дорогие друзья, удивительное рядом буквально пару дней назад отвечала на вопросы в сторис о своем клипе «Вчера». И там меня спросили, выполняю ли я трюки самостоятельно. Я, конечно же, ответила, что это я. Попросила своих подписчиков увеличить фото, на котором, как мне кажется, очевидно видно, что это дублерша. Но это, видимо, очевидно только мне. Это вызвало активное обсуждение в сети. И дабы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд, что никогда не являлось моими правилами, я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк, и всю команду каскадеров, которые постоянно присутствовали на площадке, и призвать всех относиться к этой жизни с большей иронией и юмором. Давайте жить дружно. Ваша Полина Леопольдовна. Претензии в сторону артистки высказала и сестра Кристины Асмус. Карина возмущена тем, что Гагарина присваивает себе лавры другого человека, который, между прочим, рисковал жизнью. Она и сама подрабатывает каскадером, поэтому восприняла произошедшее близко к сердцу. Накипело. У нас каскадеров, вопрос, ну как так? Это неправда. Врыжок лично выполняла крутейшая Светлана Токарская-Паскина. Младшая сестра известной актрисы считает недопустимым обесценивание работы дублеров. По словам Карины, случай с Гагариной лишь демонстрирует общую тенденцию. Зачастую артисты в интервью утверждают, что опасные и сложные элементы на съемках они выполняют самостоятельно. Хотя это не так. Почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии? Ведь каскадеры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре. Возможно, многие даже не задумываются о том, как проходят съемки и выполняются трюки. Это колоссальная подготовка и работа. И почти ни один проект без нас не проходит. Поэтому не стесняйтесь упоминать каскадеров, всем нам будет безумно приятно. Заключила сестра Кристины Асмус.